Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как идет игра Need for Speed на Xbox Series S. Посмотрим на скорость загрузки, посмотрим графику, посмотрим, собственно, на само управление и сколько здесь у нас FPS. Весит игра 21 гигабайт. Давайте запустим. Запустим, посмотрим, насколько быстро она у нас загрузится. Обычно Need for Speed, без всяких префиксов, суффиксов, без ничего, просто без приписок, без всяких, без разных. Просто Need for Speed. Так, Frostbite, Ghost, все дела. Need for Speed. Porsche, кстати. Все, что вы видите в этой игре, представлено исключительно для развлекательных целей. Играть. Подключение к серверам EA. Насколько быстро подключится? Загрузка Need for Speed Network. Да. Ну, собственно, все, она загрузилась, уже можно быстренько по настройкам пробежаться, ничего не менял, автоматические настройки игры, все, на автоматически стоит, ничего не менял. Громкость музыки убавил практически в минимум, громкость эффектов чуть-чуть меньше сделал от изначальной, все остальное включено, настройка официальности все включено, юридический инструмент, ну, все остальное также включено, ребят. Давайте нажмем играть, All Drive, давайте All Drive, прокатимся, посмотрим вообще, как себя ведет игра на Xbox Series S, также посмотрим на графику. Сама по себе какая-то графика здесь. Так, автоматическая КПП. Автомат стоит. Так. Нитро, ручной тормоз, пригласить команду. Включить двигатель на Б, смена камер на Y. Начать событие. Ага, я не успел. А хотя нет, все, успею прочитать. Разгон, тормоз, ответить на звонок, руль, пропустить трек, нажать. Ага, а удерживать, понял. Карта, камера и задний вид. Даже задний вид есть. Камера вращения и сделать снимок. Можно даже снимок сделать. Нитро на А. Смена камеры на Y. И B. Выключить двигатель. Можно включать двигатель. Интересно. Интересно. Зачем здесь телефон? А, да. Телефон, все. Все нормально. Так. Ну, что-то как-то долговато грузится на самом деле. Я думал, будет побыстрее. Оно что-то как-то долго грузит. Уже сколько? Секунд 20 прошло, наверное. Ну и все, под конец быстро загрузилось. Входящий звонок Amy. Тюнинг. Так, ну что, поехали, ребят. Собственно, видите, какая тут графика уже. Ну, чувствуется 30-ка сразу, стабильная, то есть. Ребятки, при 30 кадрах идет. Ну, графика хоть такая себе, мыльная немножко, мыльновастая. Но зато картинка сама по себе. Посмотрите просто отражение. Давайте подъедем сюда. Посмотрите отражение. Лужи, видите, вот это все. Вот, видите. Все отражается. Красиво, красиво, на самом деле, выполнено. Хоть игра уже не такая новая, не такая уже и новая игра, но все равно. Но мыльцо есть и 30 кадров, блин. Вот если бы подтянули бы до 60 кадров. Кстати, сами в гараже, отлично, да. Если бы потянули до 30 кадров, с 30 кадров, точнее, потянули бы до 60 кадров, вот, тогда было бы замечательно. А так, с 30 кадрами не очень интересно играть. Хотя, казалось бы, гонка, тут не должно быть ничего такого плохого в том, что 30 FPS. Но все равно, 60 бы хотелось, конечно. Чувствуется просто, что на самом деле здесь 30. Очень чувствуется. В управлении чувствуется. Ну да. Вот какие от геймпада. Ну то есть он вяло-вяло отвечает, на самом деле. Очень вяло. Давайте доедем 3 километра, собственно, посмотрим. Город понаблюдаем, как выглядит здесь город. Изображен у нас, представлен сам по себе. Не, ну вот то, что лужи здесь выполнены, мне больше всего нравится, то, что лужи. Все остальное не очень, а вот лужи красиво выполнены. У меня нитр нет, жаль, я бы нитруху нажал. И сейчас куда-нибудь втопил бы. Нитро доступно в разделе ходовой модификации в гараже. Оу. Высокая скорость. Сколько? 200 миль в час получается, или это километров в час? Так, так. Стоять, я не туда повернул. Ну, кстати, тормозит она моментально. И вибрация классно. Вот когда начинает газовать, вибрация сразу же в курок идет. Ну, триггер, курок, кому как правильнее, кому как удобнее называть. Правый именно, в правый, который отвечает за газ. Когда с места начинаю газовать. А вот, кстати, когда врезаешься, вибрация не такая. Хотелось бы, конечно, побольше вибрации при врезании.
в стену, там не в стену, там в союзника, в противника. Главное, поняли, в преграду какую-нибудь. Я не знаю, почему так. Могли на этом акцент сделать тоже. Смотрите с ними в гараже. Хорошо, хорошо, хорошо. Уже который раз присылает мне это сообщение. Так. А почему мне карта именно повела сюда, если я мог плана справа объехать? Как-то странно, GPS-навигатор тут работает. Финиш. А заехать в гараж. Закрыть РБ. Отлично. Вибрация сейчас. Вибрация происходит. Все, вибрация прошла. Ну и все, собственно. Вот сейчас опять вибрация. Склады, переулки и доки. Отличные места, чтобы скрыться от копов. Угу. Угу. Так, ну что? Мне это нельзя пропустить никак. Я бы пропустил. Почему нельзя пропустить? Жаль. Трэвис говорил, ты пару тачек сам. Ну, тут решили сделать необычное какое-то там видео. А решили прям реальных людей отснять. Так решили сделать. Я не знаю почему. Полная свобода. Кстати, да ты что? Это моя новая игрушка. Вот. Прикольная такая игрушка. Оу. Только послушай, как кричит. Ну, актерская игра, конечно, у них такая себе. Это будет мой настоящий шедевр. Я прям чувствую. Ага. Хочу я тоже чувствую. На Кайсану, пока он в городе. Благодаря таким, как он, можно прославить эту мастерскую, понимаешь? Угу. Так, ладно, я все. Пойду проветрюсь. Может, встречу Спайка. Ты смотри, какая. Трэвис, передвинул. Почему тачки, нельзя это промотать? Место. Забирай, пока он не заставил. Тут все новым барахлом. Самое время, ну там, привести мысли в порядок, угу. Заняться планами. Угу. Придумать свое видение. Угу. Воу. Говорю прям как Трэвис. Так. Такая актерская игра просто. Не скучай. И, наверное, увидимся, да? Лучше бы здесь не было живых людей. Лучше бы здесь какие-нибудь нарисованные были, а не живые люди, как вот это вот. Что-то как-то не очень. Давай. Так, ну что, будем тюнить тачку. И такой переход плавный, якобы. Так, и что? И что? Так, где выбрать? Тяжкие сообщества. Так, ясно. Дом там, где тачка. Правильно. Визуальная модификация, тюнинг управления, изменение ходовых характеристик. Ой-ой-ой. Так, система охлаждения, воздушный фильтр, выпускной коллектор, топливная система. Топливная система. Так, имеется... высокопроизводительные топливные форсунки. Откроется на 9 уровне. Ага. То есть у меня еще ничего не доступно. Электросистема, зажигание, ЭБУ. Блок цилиндров, распредвал. Блоки, выпускной коллектор. Есть впускной, есть выпускной. Так, это ясно. Это тут ничего не сделаешь. Сцепление, нитросистема. Вот. Купить. Да. Вот это мне и нужно. Все. Ради этого я только сюда и заходил. Ради этого, чтобы просто поставить нитро, потому что у меня его не было. Ручной тормоз имеется, да ладно. Так, тюнинг управления, визуальная модификация. Визуальная модификация, крышка капота. Давайте посмотрим, что можно сделать. Установлено варис. А нет, пусть все по стандарту. Хотя, мне кажется, получше так будет, покрасивее. Давайте поставим, почему бы нет. Почему бы нет. 360 этих баксов, так сказать. Не сильно-то и дорого. Откроется на уровне. Только можно было капот улучшить, я так и понял почему-то. Ну все. Покинуть гараж? Да. Чем выше репутация, тем больше деталей будет доступно. Да. Собственно, как-то так. Как-то так. Насколько быстро загружается? Хотите лучше детали улучшения? Зарабатывайте рэп, побеждая в событиях по всему городу. Долговато подгружается. Ну потому что применяются изменения. Заставка вот эта вот опять пошла. С настоящими людьми, да? А, нет, все, так, мы едем. Заехать в гараж можно. Давайте прокатимся. Нитруку поставил, сейчас можно будет нитро втопить. Вот, давайте.
конечно бы управление еще бы лучше было, но в том плане, что не 30 FPS, а 60 было бы намного лучше. Давайте втопим. Стой, что это такое? Присоединитесь к вашей группе. Ага. Давайте. Ну, нитро такое себе. Вот если в Need for Speed другие части поиграть, там прям нитро-нитро видно прям. А тут какие-то два огонька, как будто бы зажигалка. Знаете, зажигалкой. Куда поставили две. И нажимаешь на них. Ну, да, вибрация при старте, вот при резком, вот я сейчас заторможу. Вот даже сейчас, к примеру, я нажимаю на задний ход и на газ, ну что, вперед ехать. И вот такая происходит ситуация, что он просто газует задними колесами. И, кстати, поворачивать почему-то нельзя. Вот. Поворачивать нельзя, вибрация происходит, и камеру тут все опускаем, вот ее сразу вносит. И также вибрация происходит. Что это такое? Посмотрите городское место. Окей. Настенная роспись. Еще и фотографирует. Неплохо, неплохо. Давайте прокатимся все-таки, я не знаю. Разгонюсь. Я разгонюсь. Попытаюсь. А что, кстати, по телефону у нас? Так, это не то. А, телефон, сообщение. Спайк, как оно? Показать место положения на карте. Ага. 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 Давайте разгонимся. Поехали. Где-нибудь на максимальных. А, вам перезвонит. Я не успел взять трубку. Я не успел трубку взять. Тут даже трубку нужно успевать брать. Странно. Откроется на 35 уровне. Давайте разгонимся. Разгонимся побольше. Я хочу максималку выжать из этой тачки. Нитро. Ну, не знаю. Скорости не так уж сильно и чувствуется, на самом деле. Ну, блин. Графика, да, более-менее хорошая. Но вот эти вот лужи, вот это все красиво. Очень красиво выполнено, на самом деле. Давай, тормози, тормози, тормози. Давайте заедем сюда. Тут какая-то молния у нас изображена. Давайте посмотрим, что она означает. Заезд на скорость. Давайте, давайте прокатимся. Газу, 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 газу. Поехал. Давай, 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 давай. Заезд на скорость же все-таки как-никак. Контрольные точки 5 штук. Главное нигде не слететь. Главное нигде не слететь. Что тут на скорость? Главное не слетать. Давай, 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 дружок. Газу, я вроде бы газую на всю у тебя, а ты почему-то не едешь. Давай, давай. Ну, почти, почти, почти. Нужно 28 секунд, а я проехал за 29. Ну, управление здесь непривычное, ее носит поначалу, вибрация, все вот это вот. Нужно привыкнуть просто к управлению, и тогда будет все хорошо, собственно. Да, будет все хорошо. Разгонимся еще разочек. Еще разочек разгонимся. Идеальная нитро. Ну, это еще нитро начальная. Не прокачана тачка вообще абсолютно. Хотя можно было и лучше, конечно, проехать. Намного лучше. Но опять же, это... Если бы, так бы... Вот, даже на полной скорости вылетаешь, и машина ломается. Подкрутишь, если... Ага, ясно, пока. Я сбросил тебя. Но почему бы и нет? Еще кто-то звонит. Короче, мы замутили эту тему с другом Трэвиса, который собирает Hot Rod. Ясно, давай, пока. Я Динамо, кстати. Я Динамо. Всех продинамил. Всех продинамил. Ну что, ребят, как-то вот так вот идет игра Need for Speed. Просто Need for Speed на Xbox Series S. Собственно, графику увидели. Графика неплохая, как по мне. Не знаю, особенно отражение вот эти вот от дождей, от лужи, вот это все. И сам дождь, как таковой, тоже неплохо выглядит. Мне очень понравился. 30 FPS, да, ну, вот так вот, 30 FPS. Ничего страшного, играть можно, но управление такое себе на самом деле из-за этого. То есть отзывчивость управления не очень за счет этого. Как-то вот так, ребят, идет игра Need for Speed на Xbox Series S. Если тебе понравилось данное видео, можешь подписаться на канал, оставить свой лайк и написать комментарий, что ты думаешь о данном игре и Xbox Series S. Также можешь подписаться на группу ВКонтакте, присоединиться к Discord-серу и подписаться на мой Instagram. Все ссылочки будут в описании. Также можешь стать моим спонсором. Можешь поддержать меня материально. Всем до скорой встречи, ребят. Пока. Пока, ребят. Скоро увидимся.